Ребята, сегодня мы с вами будем открывать громадное яйцо. Да. Ценность 4, значит, стоит 85 рублей. Ну что ж, давайте это сделаем. Покупаем. Так, отлично, платеж состоялся. Кто не видел, ребятки, в прошлой серии мы древнее яйцо открывали. И, в общем, крутые колонны там выпали, можете посмотреть. Открываем. А, бомбочка 114, неплохо. Вау! Дисковая пила 3, офигеть. Сейчас используем. Бомболет 17. А, бомбоскакушка, в принципе, она мне понравилась, довольно-таки хорошая. Кузнечище, блин, кузнечище надо прокачивать, он крутой. Также довольно-таки много голды, 800. Ну, плюс 1000 нам дадут сейчас. Отлично, плюс 1000 голды. Можно вообще кузнечище прокачать, так как мы им часто играем. Так, ну и плюс кристаллы. Можно их гемы называть, можно кристаллы, как удобно вам будет. Так, ну что ж, давайте все-таки прокачаем кузнечища. 1200, я думаю, стоит прокачать, да? Дороговато, но все же нужно прокачивать нашего кузнечища, чтобы он был топовым 7-го левела. Никого такой, у такого левела нет, кроме как у кузнечища. Также давайте используем пилу, давайте вместо бомбы возьмем, почему бы нет. И прокачаем за 50. Тут теми клонами, которыми вы, ребятки, не играете, копится вот такая вот штукенция. Видите, я собачками вообще не играл. Мало трофеев, да? При использовании получают бонус к трофеям, плюс 18, потому что я их вообще не использовал. И нужно, ну, это выгодно, чтобы ты постоянно менял колоду как-то, разнообразил. Вот в чем фишка. Я думал, мы с вами поиграем еще собачками, собаке. Но давайте прямо сейчас возьмем, давайте прокачаем, во-первых, их. Что же они у нас не прокачаны? И плюс бонус получим. Используем, я не знаю, вместо кого. Вот этот у нас тоже крутой. Давайте вместо... Вот так, да, сделаем. Так. Смотрите, вот это 53 рейтинга. Мои самые любимые. Блин, я их реально хочу побольше прокачать. Давайте вернемся назад. Подожди, если их можно было взять, я бы купил. Потому что они реально очень крутые. Жар-птицы, вот эти птички. Просто мега здоровские. Они просто гиганты вообще, кузнечища. На делать нечего, убивают. Смотрите, какой у них урон. Урон по башне не очень большой, но вот урон по клону довольно-таки хороший, 300. Не знаю, будут их фиксить или нет, но пока что они самые такие убойные. Они вообще просто всех сносят. Ну, толкают они, конечно, плохо, но вот в плане того, чтобы кого-то убить, они прям махом. В общем, let's go, ребятки, погнали. Так, где мы сейчас находимся? А, джунгли ночью, да? Ну что ж, 500 рейтинга, погнали. Будем повышать свой рейтинг. Ну, дальше будет сложнее. Так, башня у нас одинаковая, да? Поехал. Побежали собачки. Ну, собачек легко. Он убьет. Давайте проверим. Я не... А, это подожди, это... Не будем проверять пока что. Я так понимаю, она тоже хватает, цепляет кого-то и катит на чужую базу. Так, ладно, я также могу. Так, давайте попробуем вот так сделать. Все, погнали. Блин, почти получилось. Ладно, идет бабушка. О, все, вообще он неудачно сделал. Мы просто все бомбы уберем. Молодец, бабушка. И она еще даже зайдет. Да, она заходит. 129. Неплохо. Так, отлично. Собакенов нет смысла вообще пускать. Скорее всего, ими проще отбиваться. О, вот это вот. Вот я не ожидал этого, вообще не ожидал никак. Но я тоже залечу, скорее всего. Да, залетаю. 900. Жар птиц пускает. Да вообще пофиг. Так, мы пока в преимуществе. Давайте сейчас подождем. Смотрите, пускаем вот тебя. И за ним. А, подожди. Вот кто за ним пойдет. Просто влетают. Два влетают. Неплохо. Воу-воу, я промазал, блин. Это хреново, конечно, было. Сейчас очень хреново. Главное, чтобы она не врезалась в меня. Он может сейчас просто изменить весь ход событий. Гребаная фигня. Блин, куда? Я вовремя отпихнул. Просто вовремя. Офигеть.
Она реально много сносит, я не помню сколько. Давай, толкай, толкай. Нет, скорее всего, не успеем. Взорвалась. Так, давай, кузнец. Ах, ты не ударил, не успел. Ладно, давайте попробуем. Сейчас схватим, смотри, что сейчас будет. Так, погнала, погнала, погнала. Нифига себе. Реально крутая вещь. Так, поверху, поверху, поверху. Лиси. Давайте бабушку пустим. Давайте подкрепим это все дело. Собакены пускай идут. Просто завалим, просто завалим его. Он сам не знает, что делать. Давайте стрелы. Победа. Я бы стрелами, думаю, добил бы. Было бы вообще изи. Две шестеренки, правда? Подожди, а куда эти шестеренки? А, в клан же их не принесу. Нужны клановые битвы, чтобы шестеренки приносить. Я пока что немножко другим занят. Бесплатно давайте откроем, почему бы нет. Так, ударник. Бандитка. Кстати, насчет бандитки, давайте возьмем бандитку. Давно не играли ей. Так, бонус мы получили, значит. Вот эта штука мне понравилась, реально очень крутая. Так, посмотрим на бандитку. Нужно прокачивать. Так, здоровье. Шанс по башне. Здоровье 39, сила удара на 5. Урон по башне плюс 11. Критически плюс 111. То есть в 10 раз может сильнее ударить. Удар в разгоне. Плюс 20. Неплохо, неплохо. Урон по клону 193. Ну, может, бывает критический удар. Так, прокачиваем. Я думаю, сейчас его на максимум прокачаем. 8 с голда у нас есть. Мы скоро вообще так башню прокачаем. Башню нам нужно прокачать. О, первый клон будет 8 левела. Офигеть, ни одного не было 8 левела. Первый 8 левела сейчас будет. И используем вместо... Давайте вместо собакенов. Я ими не так хорошо играю, с собакенами. Вот это, кстати, будет кстати, я думаю. И let's go. Почитаю ваши комментарии, ребятки. Какая у вас колода? Игра, ребят, 18-го года. Ну, давайте попробуем как-нибудь вот так сделать. Его немножко обескуражим. А, попал, 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 попал. Ладно. Стрелы, 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 стрелы. Я сделайте что-нибудь. Давай, беги, беги, смотрите, бежит. Давай, бей. Ах, ты не получается. Бабуля, бабуля получше будет. Блин, взорвалась вообще. Надо, чтобы она впереди бежала. Ну же, ну же, ну же. На голову ей встал. Давай, беги, 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 разгоняйся. Он круто разгоняется. Бабушка добьет. Молодец, и плюс бабушка. Отлично. Изи просто. Так, пошел. Нормально. Стоп, 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 стоп. Вышел, 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 все. Куда ты так прыгаешь-то далеко? Вот ты глупый. Так, они сейчас, конечно, сгорят, испарятся. О, перепрыгнул, нифига себе. Ах ты ж. Нормально, бомбу понес. Он еще и пихается, он реально крутой. Бабуля, бабуля, давай. Может, она поможет? Давай, подпихни. Это сложное сражение, ребят. Что-то такого не было давно сложного. Полетел, полетел, ну блин. Ты шутишь, что ли? Так, схватили. Причем двоих схватили. Давай, давай. Вау. Это было эпично. Это было классно. Давай. Вовремя. Нифига себе. Вот это топово. Поторопился. Победа. Все равно победа. Три шестеренки. Нормально так.
Так, победитель. По жизни золотое яйцо нам дали. Так, нам надо место освободить, потому что я привык, чтобы... Так. 4 золотых яйца. Придется открыть, давайте за гемы. Откроем. Так, посмотрим, что там такое. Бомболет. Огнешар. Золото. Ну и фигня. Так, это можно улучшить. А можно одно только улучшать, да? А, да, можно только одно улучшать. Ну что ж, буду следить пока что, буду за яйцами, чтобы они все были улучшены. Пока что давайте продолжим. Время пока что играет в нашу пользу. Надеюсь, мы успеем. Так, пошел, пошел, пошел. Давайте птичками поможем. Что-то я слишком высоко их пустил, конечно. О, он побежал, ребят, он еще жив. Мы поможем, если что, ему. Он меня схватил. И назад тащит, смотрите. Так, ну ничего, мы в плюсе. Мне-то больше урона. 900. Башня уязвима. Блин, взорвался. Это хреново, конечно. Больно. Сейчас было больно. Так, ну я пока выигрываю. Блин, ну, конечно, сейчас на деление я упаду. Ничего страшного. Ничего пока что страшного нету. Сзади пускаем бабушку. Ух ты, нифига себе, красивый он. Ништяк. Ну, мой тоже дойдет клон. Плюс бабуля. Все. И это победа. Изи. Слушай, я опять почти без проигрыша. Он падает в рейтинге, а мы поднимаемся. Серебряное яйцо. Сразу открываем, но там не так уж круто, наверное, будет. Так, окей. Что у нас тут такое? А, новые награды, да? Окей, давайте заберем, конечно. Отлично. Это все идет в копилку нашу. Кого будем прокачивать, я даже не знаю. Вот это я не сильно научился огненным шаром играть. Ну, в принципе, я думаю, он тоже. Он по массе, урон по зоне. То есть, ну, против мелких всяких будет неплохо. Урон по башне я вообще не понимаю. Он до башни просто не достает. Как сделать, чтобы он достал, я не знаю. Можете писать совет. Пока что мне даже вот эта бомба нравится больше. Вот эта штука просто шикарная, офигеть. Она и дамажит неплохо башню. И может отконтрить. Так что мне она нравится. Так, как будем действовать? Пока что просто подождем. Ну давайте. Пошел. Давай еще разок. Бомба крепкая. Молодец, молодец. Красавчик. Так, сейчас поможем, поможем, поможем. О, их всех забрали, смотрите. Так, вот ими, конечно, сложно попасть. Нужно на опережение стрелять. Но если попадем, видите, они вообще все контрят. Они вообще красавчики, молодцы. Видите, законтрил тоже. Неплох. Я еще лечу. Ну еще все в порядке. Бабуля тут поможет, если что. Так, ладно. Слушай, я даже не знаю, что тут делать. Давайте так попробуем. Хотя стрелы тут навряд ли помогут.
Так, окей, толкаем, толкаем, толкаем. О, полетел, полетел, нифига себе. Ха-ха. Это, согласись, это было эпично, как она полетела. Как втащила просто эту бомбочку. Он тоже, смотрите, а у него клан есть. Ничего себе. Слушай, а я награды-то забираю. Ну-ка, я все забрал награды. Давайте вернемся назад, посмотрим. Вроде все забираю, да? Если что-то упустил, обязательно напишите. Еще одно яйцо, ребятки, вот смотрите. Давайте откроем. Ну, однострел, ну что так мало? Вот, 9 ударников. Сейчас прокачаем. Дископила тоже прокачаем, мне нравится. Огненный шар я пока не понял, как им играть. Так, вот этих я прокачаю. Давайте это тоже откроем яйцо. Так, такие вот ништяки. Окей, идем к клонам и давайте качать. Здоровье, урон, нормально. Прокачиваем бабулю, давайте. Ништяк. Осталось 30, а 29 и будет 6 левел у меня. Так. Плюс 6 нам дает. Давайте это сделаем. Прокачиваем. Сколько остается? 19, всего лишь 19. Плюс 6 нам дадут. Так, плюс давайте еще качать. Плюс 8 дадут. Все, мы сейчас... Сейчас будет новый уровень башни. Тебя давайте улучшим. И наконец-таки, ребят, та-да-дам. 6 левел. Плюс прочность и урон башни у нас увеличен. Отлично. Это нам повысит выживаемость. Также давайте награду заберем. Гемы нам нужны. Так, как далеко я пробрался. Давайте идем дальше. По рейтингу 624 у меня уже рейтинга. И мы довольно-таки неплохо, ребят, справляемся. Играть я уже научился, поэтому будет нам проще. Намного проще. Так. 1276. Слушай, зря я прокачивал. У него же тоже теперь прокачанный будет. Нифига себе, толпа просто. Толпа собак. 678. Я такого, слушай, я не ожидал такого. У меня нет такой толпы собак. Выкинули, просто выкинули. Друг друга, смотрите, тащим. Блин, слушай, они... Офигеть. Я не ждал такого, ребят, я реально не ожидал. Скорее всего, он даже меня выиграет. Так, давайте бабулю пустим. Я даже не знаю, что тут предпринять. Диск давайте. Нифига себе, диск просто всех крушит. Они сейчас взорвутся. Окей. Так, время у нас еще есть, в принципе. Перепрыгнул. Ну, блин, ну как она так перепрыгнула-то? Это эпик, ребята, он реально круто играет. Давай, втащи, втащи. Три бомбочки, смотрите, раз. Раз, два, и я еще зайду. Фу-ху-ху. Вот этого, я думал, он не ожидал. Я даже сам не ожидал, думал, я ему проиграю. Офигеть, ну это было мощно. Это было сильно. Нам немножко даже повезло, я бы сказал. Так, давайте откроем яйцо бесплатное. Тут нам мало дадут, конечно, всего. Нам надо будет потом золотые яйца пооткрывать. Так, окей, я готов. Смотри, он 5-го левела нам попался. А почему, подожди, если 5-го левела, у нас башни одинаковые. По уровню. Ну, видимо, чтобы дисбаланса не было. Я даже не знаю, что тут делать.
Просто давайте схватим их всех. Так, ворвались. Полетело, полетело. Неплохо, неплохо, неплохо зашли. 900 плюс 453. Критический удар. Офигеть. Пускай заходит, нафиг надо. Стрелы, конечно, я использовал. Ой-ой, промажу, промажу, чувствую, промажу, да-да-да. Ребята, не ожидал такого. Сейчас это было печально. Нифига себе, как вас много. Надо их всех отстрелять. Просто комок собак. Комок из собак. Я знаю, что надо использовать нам. Сейчас мы его немножко обдурим. Бежит, 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 бежит. Отлично, добежал, ребята. О, нифига себе, отлетел. Так, а высоко, высоко пульнул, блин. Я хотел бомбу подтолкнуть. О, мы неплохо все равно сыграли. Я бы сказал, даже очень хорошо. Все, победа. Изи, ребят, такого я не ожидал. Отлично, минус 5 рейтинга у него. Чем выше ты ползешь в рейтинге, чем больше у тебя отнимается за поражение. У нас пока что все блистательно. Так, нормально. 608 с рейтинга, давайте посмотрим клан. А, уже 17 ребяток. Просто всем рад. Не хватает, 9 часов еще есть. Шестеренок нам не хватает. Давайте 2 на 2 сыграем. А с соплеменником плюс одна шестеренка или быстрый матч? Давайте с соплеменником. Вступит ли кто-нибудь или нет? Так, все, нашли. Вот это будет интересно. Пара на пару. Так, пошел, 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 пошел. Слушай, какой-то магнит вообще, я не знал, что же магнит. Он все бомбы притягивает, офигеть. Офигеть. Слушай, это сложно, это сложно. Влетает. А, блин. Так, схватил. Давай, давай, кати, кати, кати. Беги, 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 беги. Ах, ты не получается, блин. Это что такое, ребят? Просто метеоритный дождь какой-то, офигеть. Давай, 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 кати. Гребаный магнит, блин. Короче, надо от магнита избавиться. Нормально. Давай, входите, входите. Отлично. Блин, почти, ё-моё. Они неплохо играют. Так, нет. Я правда не знаю, что сейчас использовать. Давайте попробуем вот так все-таки. Секунд. 60 секунд, нужна бабушка. Блин, магнит, конечно, это та еще тема. Все, покатились, покатили. Блин, не дойдет, не дойдет, смотрите. Не дошла. Мед какой-то, блин. Таких клонов у меня нету. Нормально.
Так, окей, мы только начинаем. Мистер Кот, давай, давай еще, мне понравилось. А, это в коллекцию, да, пойдет? Давайте продолжим. Нужно яйцо прокачивать. Так, дубль 2 опять, мистер Кот. Клан Дариди, пробуем. Так, слушай, этот раз. Так, вот так, наверное. Погнали. Полетел. Не по... О, боже мой. Вытеснили, вытеснили. Нормально, нормально. Так, ребят. Ждем пока что. Неплохо, неплохо. Давай, давай, давай. Ползи, ползи. Так, короче, смотри. Кати, 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 кати. Да что ты будешь делать? Мы тоже влазим. Неплохо. Неплохо, ребят. Ползи давай. Просто куча мала какая-то. А, зря, зря, зря так много. Я знаю, что нам может спасти. Давай, давай, давай. Разогналась. Сверх, вверх, 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 блин. Это было больно, это было больно. 2 на 2 пока что так себе получается. Плоховато, но я думаю, в дальнейшем у нас все получится. Плюс одна шестеренка нам достается. Нам осталось 11, я думаю, мы с вами это сделаем. А, 9 всего лишь. 9 ряд всего лишь. Ладно, сегодня довольно-таки нормально долго поиграли. Нам надо будет еще в рейтинге подниматься. Так, ну 2 на 2 мы обязательно с вами еще будем играть. А, нифига себе. Вот хваталку давайте улучшим. Окей. Довольно-таки тоже хорошая тема, если ее правильно использовать. Так, ну что ж, давайте на этом попрощаемся. Игрушка годная. Будем продолжать играть. Всем до скорого. Пока-пока. Еще увидимся.